Здравствуйте, мои дорогие друзья, немногочисленные подписчики. Вчера задали такой вопрос по поводу пиала на Соболе. Критики, конечно, может быть в этом множество. Такие пиалы, как я использую, кто-то говорит, что они растягивают шкурку. Но, ребят, это те, кто не пробовал, те, кто привык по старинке на деревяшках делать. Ну, я придумал такую вещь, как пиала из металлической проволоки. Вот смотрите, что оно себя представляет. Металлическая проволока, это стальная проволока, это жила, которая идет в ЛКе. В простых алюминиевых проводах идет одна жила в ЛКе. Она диаметром 0,3-0,4 мм. Вот вы берете, оттуда ее выкусываете и делаете такую форму пиала. Эта пиала чем хорошо? Тем, что в шкурку оно залазит. Видите, вы раз сжали, засунули, и оно распрямилось. Диаметр такой проволоки, он не позволяет шкурку, как некоторые утверждают, растягивать, то есть, чтобы шкурку увеличить. Конечно, можно и натянуть вниз, растянуть ее в длину, в ширину. Такая толщина проволоки она не позволяет. Она именно держит форму соболиной шкурки, такая, как она и есть, естественная. Эти пиалы, ну, высотой они могут быть разные. Ну, здесь сантиметров 50-60. Для чего? Для того, чтобы вы шкурку натянули, вы спокойненько поставили на пол, прислонили к шкафу или куда-нибудь, и у вас шкурка сушится. Также вывернули, с легкостью она у вас что в мензру зайдет, что в волос зайдет. Отпустили, шкурка распрямилась, растянули ее, придали естественный вид, все, у вас шкурка и внутри проветривается, и пиала благополучно стоит. Очень удобно хранить, повесил на гвоздики, и все благополучно висит. У меня несколько таких пиал, видите, они размером практически все одинаковые. Но эти пиалы универсальные, на них можно как соболя сушить, как песца, а также лису. То есть пиала из такой проволоки, она примет естественную форму шкурки добытого вами зверя. То есть лиса... Понимаете, вы можете чуть расширить ее, оставить, но все равно. Лисы шкурки напялили, засунули, распрямилось, все, естественно, получается шкурка. Ни в коем случае ее не тянет в бока. По длине, опять же говорю, вы можете растянуть, зафиксировать чем-то в конце. Ну, зачем это делать? Знатоки и профессионалы сразу видят растянутую шкурку. Ну, вот такой вот принцип пиала. Короче, вот таким образом сгибаете проволоку сталюку. Размером 60 сантиметров величиной, то есть сгибаете в дугу, здесь заматываете либо изолентой, либо медной проволочкой, либо еще чем-то. Вот фиксируете, видите, она с двух половин. Вот такое пиало у вас получилось. Так что ничего сложного, всем рекомендую, пользуюсь этим пиалом уже давно, такими, вернее, пиалами, и никаких проблем. Шкурки получается, кто говорил-то, вот смотрите, самочки. Их естественный размер. Вот самцы, их тоже естественный размер. Показываю, как это работает в действии уже на сухой. Вот берем шкурку самца соболя, кота. Сюда запердолили. Все, видите, шкурка напялена, ровненькая. И все чики-пуки. И пяло его ее не растягивает. Понимаете, вытаскивать тоже легко. Сжали, вытащили, все убрали. И сталюка, она не сжимается, то есть сохраняет свой естественный пиало. Ну, вот такие дела. Критики, конечно, много. Есть некоторые люди, понимающие, понимают, не знающие, пытаются понять. И при этом еще осудить иногда обидно за комментарии, потому что, ребят, ну, сперва попробуйте, потом что-то там комментируйте. Тут обзор делал двух ружей, ИШ-58 и Тозовки. Так там тоже не надо обзор, понимаешь, столько это уже избитая тема, но избитая опять кем? Избитая может быть людьми какими-то начитанными, кто что-то прочитал и пытается что-то показать. Есть, конечно, да, показывают полную разборочку этих ружей там туда-сюда. Я показал только то, что я думаю, то, что я испытал на охоте, и в принципе все, что испытано на себе, только так, больше... Никак врать мне смысла нет, тем более про оружие, ребят, это дело не шуточное.
Ну и в остальном канал создан был не для того, чтобы пропиариться или там где-то что-то соврать. Канал был создан для того, чтобы людям показать все, что умею и делаю сам, только то, что испытано на практике. Критики я не боюсь, всегда прислушиваюсь советам. Там про Буран много советов. Может быть, я что-то не знаю. Прислушиваюсь, может быть, что-то сделаю по вашим, как говорится, советам. Может, вам мои советы где-то понравятся. Но в основном канал это о том, как охотимся, что добываем и вообще, как прекрасно в лесу, в частности, в тайге. Так что, ребят, не обессудьте, пропяло я показал, вроде мелочь, но кто-то не уловил, не нашел видяху, а кому-то понравились эти пялы. Вот вроде показал. Еще раз, чтобы долго вы не искали, я вам покажу такую вещь, как мы ее называем бубуку. Еще раз, я где-то про нее показывал. Это вот такая вот палка, видите, под конус она заточена, покрыта когда-то лаком, предварительно перед этим высушена. Гладко ошкурено. Для чего эта фигня нужна? Сюда натягиваем шкурку и спокойненько минздрим. То есть, чтобы шкурка без складок получалась, не было с прорезей туда-сюда. Спокойно минздрим. Эта вещь очень помогает со всех сторон шкурку одинаково минздрить. Делается она из лиственной породы, не хвойной, потому что хвойная при сушке будет она смолить, смолить и смолить. Береза, осина. Делайте, попробуйте. Ну вот, вроде такие мелочи. Подписывайтесь, советуйте друзьям подписываться, а может и не советуйте. Короче, смотрите, ваш Мороз всегда с вами. Задавайте вопросы, что знаю, отвечу. Про что не знаю, врать не буду. Но есть много товарищей охотников, может, у них спрошу и расскажу вам. Ну все, всем счастливо, пока.